И к ситуации в Донбассе. Двое мирных жителей стали жертвами обстрелов со стороны украинских силовиков за последние сутки. Еще пятеро гражданских получили ранения. Уточненные данные привели в Министерство обороны, провозглашенное ДНР. По данным, интенсивный огонь велся по поселку Гульмовскому, расположенному рядом с Горловкой, а также Широкино. Минувшей ночью артиллерия и минометы также применялись в Петровском районе Донецка. В соседней Луганской Народной Республике сообщили о 4 обстрелах с позиции киевских военных и подчеркнули, что ответные огонь не открывали.